В Удмуртской епархии состоялась молодежная литургия. В день Сретения Господня в Александро-Невский собор пришли юноши и девушки из разных приходов. Из Ижевска наш следующий сюжет. Сретение Господне – один из 20-х праздников, который с 1953 года также является Всемирным днем православной молодежи. В России же он был учрежден в 2002 году указом Святейшего Патриарха Алексея II. По случаю торжества богослужения возглавил митрополит Ижевский и Удмуртский викторин. Песнопение богослужений вместе с хором собора исполнял хор православной молодежи. На литургии молились представители молодежи епархии, члены общественной организации «Православная молодежь Удмуртии», «Православного братства во имя благоверного князя Александра Невского» и учащиеся казачьих кадетских групп при духовно-просветительском центре Ижевска. Я хочу пожелать вам всем сегодня в праздник, чтобы вы обрели Господа, встретили Его и были рады этой встрече, потому что она вас преобразит, а детей вообще поднимет и воспитает прекрасными людьми. После проповеди владыка, пользуясь случаем, вручил награду Ижевской епархии – медаль «За жертвенные труды» ижевскому историку и краеведу Алексею Коробейникову, поблагодарив его за исследовательские и писательские труды.